Да и потом с ком такое видела, Иван чая, видимо, невидимо, целые поля, растущие, видно, не зря. Не зря нам что-то природа дает, то, к чему привык народ. Чай по традиции наш российский, капурский, ведь не индийский. Индийский даже им поделать умели в прежнее время. А сейчас пору наоборот, за 160 рэ за пачку покупает народ. Иван-чай обычный, российский, привычный.